И в Москве к началу учебного года открылось сразу 4 экспериментальные школы, в которых прошла глобальная модернизация. Это все пилотный проект нового образовательного стандарта. Речь идет о программе «Моя школа». Она включает в себя масштабное обновление учебных заведений со всех точек зрения: архитектуры, планировки пространства, применение самых современных технологий для обучения и развития детей. Какими скоро станут все столичные школы, можно будет увидеть на примере учебных заведений, которые появились уже и сейчас существуют после капитального ремонта в Бабушкинском и в Обручевском районах, а также в Митино и в Раменках. Это очень важные и знаковые для нас 4 школы. Почему? Потому что именно на этих зданиях мы отрабатывали все элементы стандарта. Сегодня мы понимаем, что и дизайн, и эргономичность мебели, и организация пространства нам удалось. Одобрили эти стандарты дети, родители и учителя, и мы понимаем, что теперь мы с уверенностью переходим к промышленным масштабам. И примерно мы понимаем, что от момента передачи в школы в ремонт до завершения, ну, точно проходит один учебный год. Поэтому мы очень тщательно готовимся к обеспечению учебного процесса детей в период ремонта школ. Мы начинаем готовиться к этому процессу еще за год. Те школы, которые у нас сейчас в ремонте, их 50, мы надеемся, мы уверены, что они откроют свои двери 1 сентября 2025 года, но уже 100 школ, которые мы сейчас знаем, и работы, по которым мы будем проводить сейчас, уйдут с мая месяца в ремонт. Программа «Моя школа» позволяет создавать в учебных заведениях комфортные кабинеты с удобной мебелью, новым оборудованием, медиатеки, уютные места отдыха и единой графической навигацией.